Блин, новая программа. Сейчас в онлайне будут люди со всего мира. Это лайф, ну типа прямой эфир. Говоришь, все, начали подключаться. Тут же люди, которые сейчас в онлайн эфире смотрят видео, которое здесь происходит. Сюжет. 1000 человек сейчас в онлайне смотрят уже 1200. Да, всем привет, пацаны, всем привет. Это я приехал на новую точку, где будут наклейки. Сейчас вы все соберетесь, тут все подключитесь, и я вам все скажу. Тут, наверное, не очень хороший интернет, может быть. Наверное, так и есть. Сейчас я вам покажу. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо представительству Audi в России. Вообще, пацаны крутые. Дали R6, на ней ношусь, очень прикольно, кайфую. Вот. Так, к чему эфир? Значит, вот такие милые, прекрасные наклеечки теперь наклеены у чуваков, которые, согласно с моей точки зрения, мы находимся в Отрадном. Вот. Санникова, вот эта улица Санникова. А вот эта улица Хачатуряна. Вон мечеть, кстати. Может быть, кто-то узнает, что это за места. Вот. А вот здесь есть улица Хачатуряна, дом 7. Улица Хачатуряна, дом 7. Вот, вы сюда. Это я сейчас обращаюсь ко всем, кто живет в северной части Москвы. Вот. Вы вот сюда приходите, здесь компания, здесь ребятишки занимаются электрикой. Дверь открываете вот так. Заходите сюда и вот тут просите наклеечки. Вот они. Вот и все. Приходите со всего севера и северо-востока, и вам бесплатно дадут наклеечку. Все. Всем спасибо. Про следующую точку дальше расскажу. Да-да, все Медведково, все-все-все. Северо-запад. Да слушайте, вам можете сюда катнуться. Пока как бы там сейчас еще решим, какую там еще 2-3 точки сделаем. Но я для удобства просто, мы сейчас парни их еще не успевают печатать, потому что.